Але не лише дискусії змінюються на російському телебаченні. Найцікавіше те, що тепер і цілі СВО у них зовсім інші. Я не знаю, так сказати, я розумію, як денацифікація, демілітаризація, це в минулому році. Так, денацифікація і демілітаризація України вже не в тренді. Тож пелька Путіна Пісков оголосив нову ціль. Мовляв, тепер Росія воюватиме, щоб не допустити обстрілів своєї території. Мабуть, у Піскова теж алергія на бавовну. Але якщо серйозно, то вони і справді вже не знають, за що воюють. Цілі задачі СВО будуть виконані. Ви скажіть чітко, наша ціль – це флаг на Банковій, російський флаг на Банковій, як проміжуточна ціль. В отношенні України. В отношенні України. Понятно? Ніхто ж чітко не говорить. Ми повинні повністю освободити всю територію України. Ви розумієте, ця двусмисленность, вона ж... Якщо хтось думає, що народ нічого не розуміє, всі прекрасно розуміють. Люди всі прекрасно розуміють. І ця доска сприймається, як будто залишають собі люфт, для того, щоб піти на якийсь договорничок в проміжутку. Понимаете, почему не ставится конечная цель? Вот я очень хочу, чтобы понимали, люди, народ по-другому не воспримет, уже все, уже такое, уже ситуация зашла настолько глубоко, только полная победа над всем нацистским режимом Украины. Откуда мы знаем, какая конечная цель? Давайте про конечное мы поговорим по Украине. Нет, это важный момент. Потому что... Так вот поэтому и говорю, почему мы не знаем. Нам же не доводят, какая конечная цель. Но нам и не могут довести, потому что она не всегда очевидна. У нас есть четкое понимание, вот в декабре 2021 года было высказано, что нам необходимо для обеспечения стратегической безопасности. И там отнюдь не только Украина. Они что думают, что они сейчас Финляндию и Швецию включили в НАТО, а мы это типа скажем, вау, как круто. Они что думают, что вот сейчас в Прибалтике туда немцы заходят, или там они готовят для того, чтобы использовать аэродромы для разных. Мы скажем, вау, как круто. Мы что, не видим все эти суеты вокруг Молдавии, что происходит в Румынии? Мы что, не видим, что творит Польша? Поэтому я вам скажу так. Поблагодарим никаким меня... Киевом, да. Никакой Банковой, никаким Львовом дело не закончится. Ого, які пішли заявочки. Ми не знаємо, які у нас цілі, але вони будуть досягнуті. І ви помітили, що пропагандистів знову потягнуло у Київ? То у нас зараз є окно можливості, коли ми можемо добитися поставленої цілі, коли на Україну ще не доставлені ні леопарди в тому кількості, в якому їх просять Зеленський, ні абрамси, на чем настаивает Зеленский, прямо сейчас выступая в Рейкьявике по видеосвязи. Пока им не поставили истребители, а их поставят в ближайшее время, пока еще всю Украину они не закрыли с помощью систем противоракетной обороны, мы должны действовать прямо сейчас. Чтобы усилить свои позиции. Можно скорее, в том числе, разумеется, для того, чтобы если садиться за какой-то стол переговоров, хотя я не очень... понимаю, как может выглядеть этот стол и этот переговорный процесс, то хотя бы находясь, ну а далее уже каждый выбирает для себя то ли по Днепру, то ли где-то в районе Польши. Некоторые мечтают до сих пор о Лиссабоне, о Лондоне. Мы здесь стараемся сохранять реализм. Вот видите, и Рейхстаг тоже продолжаем рассчитывать и на это обстоятельство. Если по Днепру, то нас устроит, но не в той части, где Херсонская область, а там, где украинская столица. Вот если там где-то остановиться, зафиксироваться... Олечка, ну ты ж сама сказала, давайте бути реалістами. То про який Дніпр ти говориш? С твоих слів навіть твої ж експерти сміються. Хотелось бы отметить, что по Днепру предполагает, что не будет возвращен Херсон. Так, между прочим. Вот, соответственно, это как бы конституционная часть. Вот. Второй очень важный момент заключается в том, что, конечно же... Справедливости ради уточнила, некоторые, видите, хотят по Рейхстагу. Вот у нас вот уже по Рейхстагу хотят. Вот. Лондон многим нравится. Вот отлично. Вот как бы вот так, поэтому как бы у нас и пауза сейчас. Выбираем? Да, ждем. Не можем куда-то... Не ждем, а выбираем. Ну да, конечно. Пауза наша называется оперативная. Ладно, не будем хихикать. Ну, короче, ситуация я не хихикаю. На фронтах просто... непростая. Она непростая. Надо непростая. Это признавать на самом деле. Это очень важная составляющая. Она непростая, потому что она стала такой непростой. Які цікаві нотки пролунали. Егеш? До речі, цей політолог Дмитрій Абзалов вже не вперше ставить Скабєєву на місце. І про цілі розв'язаної Росією війни також конкретно запитує. Вопрос, как, что для нас будет победа на самом деле? Это самый важный вопрос, я предполагаю, в этом году. И что мы вообще предполагаем под победой? Чистая правда. Это чистая правда. Вот. И этот вопрос, на самом деле, нам самим надо задать прежде всего.
Потому что, как бы, ну, у Зеленского задача заключается в том, что там саммит, вот, как бы он, соответственно, к нему пытается получить уже после всего этого процесса. Пока для нас промежуточный вариант – это освобождение хотя бы тех четырех областей, которые мы записали в свою конституцию. Будет ли это победа – большой вопрос, особенно имея в виду, что изначально мы хотели отодвинуть границы НАТО. Вышло пока не так. С учетом того, что Украина никогда не была членом НАТО, как бы ее отодвинуть границы, как бы военная операция Украины никак не отодвигает границы НАТО. Но вопрос в другом заключается, в том, что пока что мы сами не знаем, вот конкретно сейчас, в мае 2023 года, что конкретно это за победа, как бы, и какая она будет, в принципе, какие результаты будут восприниматься как победа. Украина, она понятна, соответственно, промежуточный результат, это там Мелитополь, это, соответственно, там вот эта составляющая, отрезание там этой группировки, либо там через Харьков, это понятно. А почему ситуация украинская вам понятнее, чем наша? Потому что цели, которые... Они хотят то Мелитополь, то Крим, то і Крим, і Мелітополь. Ох же ці українці, нахаби, які хочуть звільнити свої території. І Крим, і Мелітополь, і Донецьк, і Луганськ, і всі тимчасово окуповані території ми повернемо. А ти, кобиляча морда, краще б закатала свого язика, бо як вписали в Конституцію...